Отчего и почему? Не понять мне одному. Почему колючий кактус? И зачем носить челму? Почему тепло в фуфайке? Как закручивают гайки? На любые на вопросы нам ответит отвечайка. Нам ответит отвечайка. Всем привет, это отвечайка. Программа, в которой мы дадим ответы на все ваши вопросы. И сегодня мы поговорим о самых смелых и отважных людях, о пожарных. И помогут нам в этом команда «Отвечайки» и известные огнеборцы, клоуны со скрипочкой и пимпочка. Привет, ребята! Действительно, пожарные – это самые настоящие герои, которые каждый день спасают жизни. Каждый пожарный должен уметь собраться в течение 15 секунд и быть готовым к выезду. Каждый день они начинают с проверки машины, всего оборудования и своей формы. Чтобы быть уверенными, что во время работы они будут защищены от огня. А отдельная и очень интересная многим тема – пожарная машина! Покататься на ней мечтают все дети! Обычная пожарная машина с цистерной вмещает в себя примерно 2350 литров воды. При одном подключенном шланге весь объем расходуется за 7,5 минут. И в каждой машине есть специальный насос, который может быстро восполнить запасы воды. Но современные пожарные используют не только воду, а еще пар и пену. С помощью лестницы, которая расположена на машине, пожарные могут подняться даже на высоту 45 метров. Кстати, существует специальный устав, согласно которому пожарные приезжают на место вызова в течение 10 минут. Так как чем они быстрее приедут, тем легче будет потушить пожар. Но пожарные работают не только с огнем, также они спасают провалившихся под лед людей. Вот такая это замечательная профессия. О! А на сегодня все. Присылайте свои вопросы в отвечайку. Встретимся на следующей неделе. Пока! На любые на вопросы нам ответит отвечайка. Нам ответит отвечайка.